Летние паралимпийские игры стартовали в Токио. За медали поспорит более 4500 атлетов в 22 видах спорта. Беларусь представит 20 человек, которые выступят в легкой атлетике, дзюдо, гребле на каноэ, академической, плавании, фехтовании. Капитаном выступит Анна Конюк. Завершатся соревнования 5 сентября. В Беларуси проходит вакцинация студентов. Записаться на процедуру можно по телефону в регистратуре или онлайн на сайте поликлиники. Для иногородних выделили специальные пункты. Они открыты рядом с общежитиями и в нескольких университетах Минска. Прививают российским спутником ВИ. В ближайшее время появится и китайский препарат. В Беларуси в новом учебном году изменятся некоторые аспекты проведения аттестации учащихся. Отметки за четверть будут выставляться только в том случае, если за этот отрезок времени школьнику было выставлено не менее 3 оценок по каждому предмету. Исключение – уроки, которые преподаются раз в неделю. Детальная информация будет доступна на родительских собраниях уже с 1 сентября. В Беларуси запущена благотворительная акция «Букет добра». Руководители фонда «Шанс» предлагают собрать подарки в школьных классах по инициативе родителей, детей или классных руководителей. Все средства будут переданы ребятам с различными заболеваниями. В Беларуси стартовала акция ГАИ «Внимание, дети!». С сегодняшнего дня по 5 сентября инспекторы усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения. Кроме того, чтобы привлечь внимание маленьких пешеходов, водители должны передвигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар.